До Бельгии не доехал. Карлос Пучдемон задержан в Германии. Как сообщил его адвокат, все произошло, когда Пучдемон возвращался из Финляндии при пересечении датской границы. Напомню, в пятницу испанский суд повторно выписал европейский ордер на арест экс-главы Каталонии, бежавшего в Бельгию после проведенного 1 октября референдума о независимости автономии. Плебисцит не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем. На родине Пучдемону грозит до 25 лет лишения свободы.